вся суть предсоревновательной тренировки. Ну, будем говорить, таких тренировок, когда уже остается там порядка 4 недель до соревнований, она сводится не только к тому, чтобы удержать рабочие веса, но и к тому, чтобы дать мышцам максимальную глубину и деление. Для этого используется, ну как, кто-то использует, кто-то нет, постоянная статика, то есть когда ты продавливаешь мышцу в финальной точке, когда ты ее статически напрягаешь для того, чтобы она максимально сократилась, и удерживаешь это напряжение там на какие-то доли секунды. Поэтому интенсивность возрастает, и мышечное напряжение тоже сильно увеличивается. Вряд ли такие тренировки частенько кто-то снимает, потому что это довольно непонятно и довольно неинтересно. Все привыкли смотреть на то, как какой-то большой дядька... Две десятки. Можно две десятки повесить. Как какой-то большой дядька наваливает себе полную штангу и с криками и пердежом ее выжимает.